На горизонте остров Гач. Справа от него подводная гряда, и пролив называется Коолатус. И начинается полуостров Сала, который отгораживает Андрусовскую бухту от Ладоги. Вот. А на север там маленький остров. Это средний. Вот этот побольше, это Озерный. И там дальше с вышкой, бывшим маяком, остров Крестовый. Спокойная вода, ветра практически нет, меньше метра в секунду. Вот я сейчас буду обходить остров Гач с северной стороны и остановлюсь на том берегу, который обращен к берегу, чтобы в случае ветра меня не кошмарило ночью. 2 августа. Я нахожусь на острове Гач. Напротив, вот дальний берег, это уже материк. А Ладога у меня за спиной. Спрятался здесь от ветра. Нашел более-менее приличное место, где можно пристать. Вот. И здесь же туристическая стоянка. Я расположился. Нашелся столик. Вот, развернул я вертикальный гипель на 20-метровый диапазон. Вот. И сейчас буду работать. Прохождения нет, долго я здесь задерживаться не буду. Я уже здесь был 3 года назад. Вот, пойду дальше. Следующий будет острова Дедовы. Тоже ненадолго. Кидаю остров Гач. Вот слева там полуостров Сала. Пролив с каменистой грядой. Вот приблизительно в том месте я останавливался. Это все остров Гач. Остров. А пойду я приблизительно вот в ту сторону. Это острова Дедовы, километров, наверное, 20. Может, чуть больше. Все, вперед. Радио-радио, 19:25. Второй раз я уже тут.